Всем здорово! И это гайд по Булыксу. Долгий, хороший, интересный. Вы должны понять, что это вам не нужно, если вы не зарегистрируетесь вот прямо сейчас. Да, скорее всего, у вас будут минусы. Поначалу. У меня тут было минус 100, минус 200 баксов. Сейчас 280 долларов. И самое главное, Булыкс вам позволяет зарабатывать больше. Регистрируйтесь прямо сейчас. Вы поможете мне за мои старания. И самое главное, у вас будет 10% скидка на торговые комиссии. К тому же вы ничего не потеряете. И, смотрите, как только вы зарегистрируетесь по моей ссылке, вы можете задавать мне все любые вопросы в личку. Я как только буду свободен, вам отвечу. Итак, давайте, прежде чем начнем, скажем так, обучение по Булыксу, поймем, почему, зачем нам это нужно. Во-первых, Булыкс — это очень удобно, красиво и стильно, приятно смотреть. Это быстро. То есть, сейчас я вам покажу. Когда вы покупаете на Дексе, я думаю, вы знаете, там нужно много всяких подписей делать и так далее, и так далее. Здесь покупка буквально в две кнопки. Выбрали сумму и покупку. И покупаем. То есть, здесь все максимально легко, интуитивно, понятно. И самое главное, есть лимитные ордера. Мы поподробнее еще с ними остановимся. Но сейчас, что позволяет нам лимитные ордера делать? Например, вы пошли спать, да, и поставили лимитный ордер. И вот он исполнится, когда будет 67 лямов. А допустим, вы проснетесь, оно опять упадет. А пока вы спали, оно продастся. То есть, понимаете, насколько это круто, да? Поэтому регистрируйтесь по ссылке прямо сейчас. Торговать начнете позже. Но даже лучше закиньте сразу тоже 5-10 долларов, просто чтобы были для, скажем так, чтобы разобраться с интерфейсом, этого будет достаточно. Теперь давайте с самого начала. Заходим в Wallet Manager. Здесь вообще показываются наши деньги. Допустим, вот. У меня сейчас 219 долларов. Пополнять, вот. Нажимать на эту кнопочку и отправлять. Отправьте сначала 5-10 долларов. Проверьте, придут ли они, да? Как выводить деньги? Выводить. Нажимаем Solana. Так. Проверяем, допустим, 0.1 штучку. 0.1, да? И выбираем наш кошелек. Также кошелек можно создать. То есть, я имею в виду... Когда у вас еще не будет кошелька, там будет 3 или 4 часа, ну, чтобы, скажем так, этот кошелек одобрился. Это не сам Булыкс одобряет, а просто, чтобы вдруг вас взломали, знаете, на новые кошельки 3 часа идет, скажем так, заморозка, да? А потом просто выводите на один и тот же кошель на спокухе. Так, что-то выводится долго. Обычно такое редко. Это либо у меня просто проблема с VPN, да? Как-то так. Еще у вас Булыкс может... Там чуть подтупливать, если вы включите VPN, то все будет круто. Так, давайте обновим. Может, что-то не так? Это бывает, поэтому скачивайте VPN, проверяйте другой VPN. Да, действительно, возможно, что-то не так. Можно просто закрыть лишние вкладки и просто перезагрузить VPN. Такое бывает, поэтому будьте к такому готовы. У меня обычно просто VPN работает и нет никаких проблем, да? Окей, все. Видите, VPN пролагал. Сейчас давайте все-таки выведем с вами деньги. Вы тоже можете сразу попробовать. Только единственное, там малая сумма, он будет выводить. Скажем, когда у вас на кошельке 10 долларов, нельзя вывести все 10. Он выведет только 5, чтобы на кошельке что-то оставалось. Смысл, я думаю, понятен, да? Такс. Ладно, с этим я закончу потом. Мы все поняли. Вот. Угу. Теперь заходим в портфолио. Что такое вообще портфолио? Это те сделки, которые были у нас. Как мы вообще торговали? Там вообще вся история наших торгов. Там лучшие наши торги. Да, и поэтому вы можете прочитать, какой VPN быстрый. Прикиньте, всегда, когда я торгую, видите, вот у меня внизу сделки, да, сейчас видны. У меня всегда все круто. Когда я решил заснять видос, Булыкс начал лагать. Поэтому вы думаете, тут либо у вас Инет, либо VPN, и просто вам нужно решить что-то вот одно из двух. Или просто подождать, пока разлагается. Угу. Очень интересно. Франция. Ага. Давайте Канаду возьмем. Видите, у меня еще некая ошибка, то что я это делаю с бесплатным VPN. То есть не экономил бы я условно 10 долларов, у меня все было бы нормально. Но у меня и так все нормально, типа, окей. Напомню еще раз про Булыкс. У вас может сразу, скорее всего, не будет получаться. У вас будут минусы, но просто торгуйте малой суммой. Видите, все разлагалось, да? Вот у меня
за все время на счетках я заработал 280 долларов. Ну, конкретно на Булэкте, думаю, в сумме больше. Вот. Здесь вообще все сделки наши показаны. Можно прям посмотреть, где вы заработали, почему. Прикиньте, кто-то это делает, ну, статистику ведет какую-то. Здесь все за вас. Притом не только в долларах, но и в процентах, да, что очень важно. Тут можно прям полистать. Вот у меня и бывают и минусы, да? Бывают и минусы, все бывает. Да, кстати, минусов не так много. Теперь, также есть ссылочка в описании на мой канал. Называется Бабкинсон. Там я закидываю свои сделки просто, как знаете, как делюсь. Если там они, ну, как бы в минус уйдут, это вы лох. То есть для меня не надо говорить, да? То есть вы можете зайти и посмотреть просто, как я торгую. Я там делаю это в прямом, ну, скажем так, как сразу покупаю, так и говорю. Здесь показываются наши позиции. У меня сейчас нет монет. Но давайте я покажу, как это выглядит. Можно, кстати, hidden делать, когда монета упала, и вам лень ее продавать. Или это дорого, и поэтому вы оставляете. Вот так это выглядит. Допустим, сколько у вас токенов в долларах, какая панелька и какая ликвидити. Так, уберем вот эту штучку. Давайте я сразу вам покажу, почему я не продал эти токены, они у меня hidden. Давайте заходим на Nylong. Смотрите, вот сейчас очень важная часть видео. Но! Напоминаю про ревку. Зайди прямо сейчас по ревке, бро. Ты поможешь мне, поможешь себе. Все мы будем кайфовать, да? Смотрите. Допустим, что такое маркет? Это по цене, которая сейчас, в данный момент. Тут у нас капитализация, тут ликвидность. Проверяйте, чтобы все тут было 8 из 8. Здесь можно там... Смотрите, газ 46 центов сейчас стоит одна сделка. Одну сделку стоит 46 сделок. Смотрите. Вот так сделайте, как у меня. Вот так вот. И на продажу, и на покупку. У вас будет тогда газ стоить 46 центов, а не 3 доллара. У вас будет чуть помедленнее, но если вы новичок, вам достаточно. Смотрите, я сам торгую с такими настройками. Вы там потом если что измените, но вот для начала вы сэкономите дофига денег. Поэтому прожмите, пожалуйста, лайк, пацаны. Скажите вообще, как вам, что вы понимаете. Может, какие-то вопросы есть? Я готов на все ответить. Пацаны, стараюсь, честно говоря. Смотрите, что такое лимитка? Цена ходит в разные стороны, да? И вы видите, что здесь вверх, вниз. И можно вот так. Типа, видите, поставить стоп на 41 миллион. И когда дойдет до этой цены, то она купится. Но это важно. Вот посмотрите. Оно только может на минуту спуститься. И лимитка может не исполниться. Поэтому, например, если вы хотите по 36 миллионов купить, то лучше ставьте 41, там, ну, чуть с плюсом, да, потому что может как бы наверх зайти, но не пройти транзакция. Чтобы она прошла, можно делать газ выше, да, но лучше просто с запасом лимитки ставить, и все. Теперь самое важное, как я использую лимитки. Я обычно, как правило, покупаю по маркету, то есть по цене, которая сейчас, и просто лимитку сразу выставляю, вот, допустим, там. И очень круто, что можно исполнять лимитки, допустим, две лимитки. Половину лимитки на 6 лямов. Другую лимитку на 8 лямов половину, да? То есть, ну, главное, смотрите, главное вам начать практику. То есть, да, я не говорю вам закидывать, условно, у меня, скажем так, какие-то деньги имеются, да? Но я понимаю прекрасно, что я новичок, у меня будет много ошибок. И я 200 долларов, даже не свои, а я сказал приваткам. Там две приватки, это картель и Назар Крипто, Назаре Крипто, да? А они закидывают колы, я захожу только по их, скажем так, не сигналом, а просто вот как они заходят, они скидывают интересные монетки. Я захожу только по ним, поэтому у меня такая нормальная, хорошая плюсовая стата. Вот, то есть я немного этому времени выделяю. Я просто подписался на приватные сообщества и сказал: пацаны, раз вы такие бакчи, закиньте мне по 100 долларов, я буду с них учиться и по вашим сигналам торговать. Они вообще мне с кайфом закинули 100 долларов. И попробуйте поначалу, вот какая у меня сейчас стратегия. У меня есть канал Бабкинсон, он по ссылочке в описании найдете, да? Вот. И там я закидываю, ну, те монетки, в которые я захожу, когда успеваю, да? И просто зайдите, посмотрите. Можете попробовать поторговать мои сделки. Допустим, вот я покупал. Давайте я туски покажу, расскажу на примере туски. Прям вам, чтобы было конкретно. Я покупал по 8 лямов. Видите, вот здесь вот где-то я покупал по 8 лямов. Продал наверху 12. Недавно было 8. Как-то, знаете, мне не очень нравится, ну, само движение монеты. Хотя, чтоб чего оно было когда? 15 ноября было вообще 5 миллионов. Ну окей. То есть, видите, можно было вот... Условно откуп... Окей. Видите, я продал здесь, купил тут, продал здесь. Очень красиво, видно, прикольно, мне нравится, да? Вот.
Я там закидываю, когда покупаю, что когда продаю, когда успеваю. То есть самое главное, зарегайтесь по реферальной ссылке, получить 10% скидку. Сможете мне задавать вопросы, я вам, ну, как буду свободен, отвечу. Только желательно, знаете, конкретно, коротко, да? Вот. И просто берем, покупаем, продаем. Особо, смотрите, здесь больше ничего нет. Здесь все интуитивно понятно. Вот эту штучку можно настроить, насколько вы будете покупать автоматом. Здесь наш баланс показывается, да? Здесь там мои позиции. Видите, сколько я купил, продал. Чё-то мало на самом деле. А, $25 я... Нормально, нормально на самом деле. $25 тоже неплохо. То есть, главное, учитесь, понимаете, что у вас могут быть ошибки, поэтому начинайте с малых сумм. Допустим, вот я говорю, я до сих пор торгую $200, которые мне отправили приватки. Но, между прочим, я вывел уже баксов 200. Я специально вывожу деньги, чтобы почувствовать, что щитки приносят деньги. Вот. Такой гайдик вам с психологией, с какими-то основными моментами. Я упустил все ненужные, вот все вот эти вкладки Pump Vision, потому что никто на этом не будет торговать. Как бы будут вопросы, задавайте. Вообще рад был с вами поговорить. Всем поки.